этом году первый и на сегодня единственный в России круглосуточный университетский студенческий телеканал «Универ ТВ» отмечает свой юбилей. За 10 лет непрерывной работы он стал стартовой площадкой для многих операторов, корреспондентов и ведущих программ. Выпускники нашей редакции уже готовят речь для мероприятия. С 10 по 12 октября в шоуруме будем проводить большое мероприятие. Оно будет посвящено как десятилетию «Универ ТВ» и будет такой своеобразной экскурсией для первокурсников. Будут проводиться мастер-классы, планируем также научно-практическую конференцию, это все пока предварительный план мероприятия. Возможно, будут викторины какие-то, конкурсы для студентов, в принципе, активности. Также поговорим с представителями медиа-центров университета. Это студенты, которые также на добровольных началах делают какой-то свой контент. Поговорим со студенческими организациями, вообще как построить взаимодействие с телеканалом, насколько это сложно прийти и что-то сделать, авторский контент. Одной из ведущих программ телеканала остается «Универ Ньюс», где в роли ведущих и корреспондентов выступают студенты Казанского университета. Параллельно с остальными мероприятиями 10 октября пройдет и кастинг на роль главного лица новостей. Во-первых, тебе необходимо подать заявку в личное сообщение ВКонтакте нашего паблика. Ну и следом за этим дождаться одобрения. Да, мы тебе обязательно ответим, напишем твой порядковый номер и запишем тебя на определенную дату, когда тебе надо будет подойти сюда, в большую студию, где уже непосредственно со мной и с моими коллегами пообщаемся лично, где ты мне расскажешь о себе, кто ты, что ты, проведешь небольшую творческую самопрезентацию на 20-30 секунд. Ну а следом за этим прочитаешь всего небольшую подводку суфлера. Я уверен, у тебя это классно получится. Подробная информация о времени кастинга и программа мероприятия появится позже. Следите за подробностями в социальных сетях и на сайте Универ ТВ. Алина Красильникова, Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Универ Ньюс.